чувак, это не Рыгаловка. А что это? Это Питер, чувак. Здесь у каждой кучи кала есть своя история. А конкретно у этой ты охренеешь какая, Валер. Это кафе «Маяк», и ровно за этим столиком буквально лет 100 назад сам Володя Маяковский щупал треугольную титю Лили Брик. Реально? Прям реально. За этим? Реально. Валера, я фотаю этот конечно, стул срочно, конечно. Я его фотаю. Я же не зря из-за этого типа на второй год в 9 классе оставалась. Катюх, я фотаю да, его. Ты сфотай этот стол, ты давно стол из Икеи не фотала. Это сейчас с ними проблема, а во времена Маяковского их прям дофига было, этих столов. Ты, кстати, отметь Маяковского в стойке там. Может, он огонечек в директ поставит. Хорошо, я отмечу. Да.